Приветствую вас, уважаемые друзья. Баттл двух Уралов подошел к концу. И сегодня снимаю финальную часть, финальное видео по сборке двух Уралов. Как видите, Урал от фирмы Трумпетер, ранняя версия 4320, покрашен в 4БО. А Урал 4320, поздняя версия от фирмы «Звезда», покрашен в защитный российский цвет. Он более темный, и сразу Уралы отличаются. Специально красил их в разные цвета, чтобы не были братьями-близнецами. Моделями доволен, но все-таки предпочтение больше отдам фирме «Звезда». Почему? Потому что мне понравилось качество литья деталей, качество самих деталей в наборе и очень хорошая стыковка. Хотя и Урал фирмы Трумпетер собирался довольно неплохо, даже можно сказать довольно легко. И данную модель Урала можно порекомендовать даже самым начинающим моделистам. А так, как видите, обе модели получились хорошо и красиво. Сейчас поверчу их на стенде по отдельности, но чтобы лучше разглядеть модели, в конце видео будут фотографии. Урал от фирмы Трумпетер красил красками мистер Хобби. Цвет использовал 4БО. Мне этот цвет очень понравился. Загрязнение делал пигментами, аэрбрашерами. Кто не видел видео, можете посмотреть предыдущие части по сборке данных Уралов. А Урал от фирмы «Звезда» красил красками Tamiya. Также загрязнение ойлбрашерами и пигментами. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Кому интересно, оставайтесь, посмотрите фотографии, там более подробно все сделано. Но качество фотографий не очень, потому что люблю снимать при дневном освещении, а на улице сейчас у нас пасмурно, идет дождь, и не очень контрастно в некоторых местах получается. Из-за чего не очень контрастно, иногда пигменты на фотографиях очень сильно выбеляют модель, и получается, что сильно ярко выраженные пигменты. На самом деле, как видите на видео, он не такой выраженный. Да, есть запыления, но они не очень такие вот светлые. А на фотографиях иногда, когда вот получается даже в белизну. Ну, на этом, друзья, видео заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале и ждите следующие видео по сборкам. Они не за горами. До новых встреч, друзья!